Астропрогноз на 24 августа. Овен. Если хотите занять достойное место в профессиональной сфере и вырасти духовно, то стоит отказаться от предрассудков. Телец. Перспективы в работе откроют для вас возможность реализоваться в профессиональной сфере. Близнецы. Если вы привыкли надеяться на других людей и не брать ответственность за свою жизнь, то вечером ждите хандры и упадка настроения. Рак. Заряжайтесь позитивом и избегайте выяснения отношений и споров. Лев. Сегодня вы пожнете плоды своих неугомонных действий. Дева. Особых перемен не ожидается. Все идет своим чередом. Звезды советуют вам встретиться со старыми друзьями. Весы. Все новое, хорошо забытое, старое. Поэтому не отказывайтесь от экскурсии по родному городу, если таковую предложат. Скорпион. Сегодня отличный день, чтобы открыть что-то новое для ваших отношений с любимым человеком. Стрелец. Ваш оптимизм и чувство юмора плюс спонтанность в решениях могут к вечеру вывести вас к совершенно новым приятным обстоятельствам и местам. Козерог. Вам важно донести до окружающих людей, что вы взрослый самостоятельный человек, который умеет принимать взвешенные решения. Водолей. Сегодня могут поступить предложения о поездках и командировках. Не спешите отказываться. Рыбы. Внимательно смотрите за тем, какие предложения вам поступают. Не всегда они будут выгодными для вас.